Добрый вечер всем. У нас уже взошла звезда королей Вега. Не звезда королей Регул, но Вега называют королевой жизни. Раньше ее называли падающий грифон-стервятник. Это очень горячая звезда голубого цвета, что, естественно, тоже отражает ее природу. И связана она у нас с Ураном, Нептуном обязательно. И солнцем. А еще считается, что иногда на очень высоком уровне добавляется Венера. И двое суток она прибудет в соединении с солнцем до вечера 6 числа. До 19 часов 6 сочельника она у нас будет светить нам. И что она нам дает в соединении с Солнцем? Это, в общем-то, самое интересное, что Вега дает и успех и в политике, и в искусстве. И в Солнце это очень ярко. С Солнцем она еще дает у нас успех в бизнесе. Так что для тех, кто занимается бизнесом или хочет заниматься им, ну, вернее, если у вас есть способность к нему, да, это очень тоже хорошее. Она дает высокое положение в спорте. При этом, как ни странно, человек имеет недолгую по Веге любовь, но это все относительно. Я могу сказать, что брак, заключенный при Венере на Веге, если у людей хорошие показатели брака, он просто прекрасный. Он долговечный, он прекрасный, он верные, и Вега дает ограничения, потому что она находится в Козероге, и никого другого эти люди не ищут, они совершенно счастливы. Я это видела и знаю. И через очень много лет они находят все больше в друг друга и интересного. Так что и для брака это прекрасный момент. Вега очень хорошо живет за чужой счет. Это люди, которые ведут богемный образ жизни. Вот все художники хорошие. Вот это все общество художников. Если у них реальный талант, у них обязательно Вега где-то отсветится. Ну, может, конечно, еще звезда, но в целом при... Если человек ничего не делает, если он лентяй, Вега, кстати, иногда дает слишком легко дается, она дает невероятную лень, и человек даже этим гордится. Он говорит, а я ленивый. Это просто вот как достижение какое-то преподносят. А я ленивый. А мне лениво. А мне лениво что-то для себя делать, а мне лень. И он умудряется вот так всю жизнь на этом прожить, его содержат или родители, или супруг, супруга. И он свою лень выдает как абсолютное и бесспорное достижение, и находя при этом средства к существованию очень легко, но не шикарно. Если Вега работает над собой, свое искусство толкает в мир, ну, то есть пишет картины, да, как-то, я не знаю, мне почему-то вот с Вегой попадались художники, такие профессиональные. Если они работают, то они становятся известными. Ну, пусть не в большой стране там, но они становятся известными. А если они ничего не делают, то это очень мрачно. Заканчивается, потому что Вега и сопутствует с такой очень большой ленью. И при этом человек умудряется прожить, и талант есть, но ему так лениво, что этот талант просто пропадает. Вот этот бич Веги. И он и так-то у художественной натуры это есть. Такой избыток расслабления по Нептуну. А с Вега еще. При этом очень критическое мышление это дает. Причем человек очень так странно критикует. Ты ему высказываешь свое мнение,
о чем-то, он сам спрашивает, он тебе говорит, не надо других критиковать. При этом тебя он начинает тут же критиковать в чем-то. В этом плане эго очень нетерпимо. При этом оно может быть вам лучшим другом очень-очень много лет. Дружба под эго длится 20 и больше лет. Но тут надо учитывать такой момент, что эго еще и звезда магии. Это не факт, что человек не может удержаться на том, чтобы не почерпнуть чего-то у вас даже по самой лучшей дружбе. Почерпнуть, получить, взять и заработать. Как бы крадник на вас поставить. Это тоже эго может делать. Поэтому смотрите, если у вас после общения с человеком начинает что-то происходить, и особенно она сильна, когда это проявляется, когда холод, лед и снег. Вплоть до вы можете попасть, пообщавшись с таким человеком, в аварию, понести машину по гололеду или еще противоположность кипятком. Если вы начинаете как-то обливаться кипятком после какого-то человека, вот вы общались с ним, очень стоит задуматься. Он на вас просто подпитывается вами, потому что Вега — это звезда и магия. Еще это, конечно, медицина. И солнце в соединении с Вегой дает очень хорошее здоровье. Недаром называли королевой жизни. Долгую, хорошую жизнь. Это не говорится, что это избыток счастья, но здоровье и долгая жизнь — это точно. Еще Вега очень молодо выглядит. Если человек свой талант реализует, если он этим занимается, если он старается, он может занять под Вегой очень высокое положение в обществе. Крайне высокое. Просто взлет. Особенно если его талант из Веги выпал на политику. Потому что политику, конечно, гораздо легче выдвинуться, чем художнику. Тут ничего спорить. Так же, как и в бизнесе, и в спорте. Иногда Вега ударяется в религию. Причем у нее даже может быть и перебор. Да, просто перебор. В том плане, что они придумывают себе какого-то кумира. Причем этого кумира не знает там никто, кроме них, или знает какой-то очень узкий круг лиц. Вот он всю жизнь посвящает этому человеку, какому-то его учению, какой-то его идее. И неистово этому служит. И даже как-то дико становится. Если вот он над собой, я говорю, не работает, эго не развивается, она как зацикливается на одной теме, она ее хорошо прорабатывает. И через 20 лет вам этот человек может рассказывать вот все в том же ключе. Но это и острый ум в науке. Это все зависит, насколько вы широко этот диапазон задействуете. Но нам в данном случае он не нужен, потому что Вега сейчас идет транзитом каждый год в эти числа. И мы ловим ее свет для своей удачи. Это хорошо с кем-то договориться, принять какое-то решение, потому что оно пойдет под счастливой звездой, или отказаться от какого-то решения. И это тоже будет правильно. Причем выбор тут будет больше интуитивным. Это время, когда хорошо делать любые омолаживающие, оздоровительные процедуры. Это время холода. И ленисть. В общем-то, эта Вега всегда, несмотря на то, что это раскаленная звезда, приносит на холод. Нагоняет, кстати, очень резко.
И всегда есть риск перемерзнуть или замерзнуть. Даже, кстати, в доме у Веги всегда вы будете мерзнуть. Она держит окна открытые, ей жарко. Но это время именно продлить молодость, продлить жизнь, улучшить свое здоровье, можно наладить контакты и выбрать из, как бы, так как политика это лавирование, выбрать лучшее из того, что существует вот сейчас, каких-то возможностей под этот момент. Именно лавировать. Это не тактика, это не стратегия, это именно лавирование каких-то условий. Так работает Вега. Ну и, конечно, попробовать себя в искусстве. Может, вы бессмертные стихи напишете. Вообще, это любое искусство. Дизайн, красота. И можно наладить, если вам нужно наладить с кем-то отношения, с вашими детьми, с вашими родственниками, хоть с врагами. Вот вы вынуждены наладить, попробуйте это под Вегу. Если есть какой-то хоть шанс, под Вегу это получится. Вот с чем я вас как бы всех оповестила. Для меня это очень значимое событие в году, когда счастливая звезда горит долго. Потому что они очень могут поменять все. Когда что-то делаем под счастливой звездой, наша жизнь очень постепенно выстраивается совершенно в другом ритме, в свободном, более, в более легком, в более счастливом. И советую совершенно как-то попробовать делать то же самое. Ну вот на этом я прощаюсь.